Выходцы из Кавказа и стран так называемого плодородного полумесяца Ближнего Востока – частые гости в изоляторах временного содержания Брестской пограничной группы. Попадают сюда, как правило, за попытку незаконного пересечения государственной границы. Один из майских нарушителей – азербайджанец, который путем подкопа на участке заставы Брест пытался убежать в Польшу. По его словам, на лечение. Много болезней. Глаза 24 года, глаза больной, не лечили меня. Деньги я даю азербайджанам тоже, здесь тоже, не лечили меня глаза. Десна больной, 18 лет, уже мне 51 лет. Не лечил десна, ни один раз не лечил десна. Гражданин Азербайджана, которого задержали на участке одной из брестских пограничных застав, уже задерживался на протяжении 2 лет второй раз. Азербайджанский Индиана Джонс не единственный задержанный пограничниками в первой половине мая. Незаконно преодолеть пункт пропуска в Малоридском районе пытался еще один гражданин, на этот раз россиянин. Гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Волынской области в Украине, был задержан в Малоридском районе на белорусско-украинском направлении, который в целях посещения своей бывшей жены и членов семьи пытался незаконно нарушить границу из Украины в Беларусь. И погранаряд с использованием технических средств охраны границы во взаимодействии с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины также был задержан в пограничной зоне Малоридского района. На сегодняшний день нарушители содержатся в изоляторе временного содержания, и по данным фактам проводится разбирательство. Кроме нарушителей государственной границы, не дали заскучать брестским пограничникам и горе-контрабандисты. Их желание основательно подготовиться к майским праздникам было пресечено сотрудниками таможенной и пограничной служб. Только в течение первой декады мая в пунктах пропуска через государственную границу по инициативе пограничников пресечено незаконное перемещение спиртных напитков иностранного производства на территорию Республики Беларусь. В общей сложности изъято более 200 литров алкогольной продукции на сумму около 120 миллионов белорусских рублей, что в 2 раза больше, чем за 4 месяца с января по апрель 2014 года. Нарушения, связанные с преступлением черты закона на границе, не редкость. С начала этого года сотрудниками Брестской пограничной группы было пресечено порядка 1200 фактов правонарушений законодательства. 25 из них связаны с задержанием на государственной границе.